Только посмотрите на эту белую хуйню. Вот смотрите, бросишь тут в воду, тут же рыба все пожирает. Смешно. Чувак, будешь жрать? На, держи, кушать, кушать. Вот это вот называется пляж Монако. Это, я так понимаю, детский пляж. Так все бурлит. Такая вот обстановка тут. А там вдалеке, где все огорожено, строится остров. Это типа спасательные вышки так выглядят. Тут полицейский катер, я так понимаю. Водичка мутная, мне в нее лезть уже не хочется. Тут вот типа такого сада. Такие вот статуи. Такое вот море. И что мне больше всего нравится, так это деревянные лавочки. Они деревянные, и на них можно спать, если ты не нашел вписку. А это сюда привезли новый экспонат. Два сфинкса. Смешно. А вот это вот огораживает от нас ограда. Процесс строительства нового острова. А вот тут вот для всяких фанатов футбола, вот это вот всякие футболисты тут делают отпечатки ног. И всякие люди, помешанные на футболе, просто дрочат на все это. Я, кстати, не вижу тут российских футболистов, да и хрен бы с ними. А вот, Олег Блохин, кстати, вспомнишь говно, вот и оно. Зинедин Зидан, Игорь Белянов. Как-то вот так вот. А вот в этом месте проходит трасса Формулы-1. А вон там сверху казино Монте-Карло. Но мне к нему подниматься лень, и играть я не хочу. Мы пришли к порту. Тут такие большие волны, а в порту стоит целая куча яхт. Это забавно. Тут указатель казино. Вправо идите свои денежки проигрывать, значит. А мне пока не хочется. А вон, в принципе, здание казино сверху видно. Итак, я в порту, тут целая куча яхт. И вот они, туалеты. Видимо, хотят, чтобы я им чаевые дал. А сейчас дам. Такой вот туалет, вроде как он бесплатный, но они все хотят чаевых. Сейчас посмотрим, что будет на выходе. Опа. Расстроилась тетка. Такая вот велостанция, велопроката. Интересно, они электрические велики? Да, сколько-то скоростей. Вот турбо есть. А как их арендовать, я не знаю. Но что-то и немного таких станций тут вижу, поэтому, мне кажется, особо не покатаешься. Надо зайти в портовый магазин, купить чего-нибудь, покушать и ехать в Ниццу. Я тут подумал и смотрю на своем пути казино и думаю, а дай-ка я зайду в это казино. Конечно, оно дорогое казино, но покушать, я думаю, можно взять чуть-чуть, потому что хочется. Итак, я зашел в казино и вижу такую вот кофемашину. Типа вода бесплатна. Ну и вон нафиг. Итак, Россия меня не оставляет в покое даже в Монако. Вы посмотрите, сколько символики. Вот столько стоит винцо, видите? Дороговато, я считаю. Всякие салаты, сэндвичи. Самый дешевый сэндвич я вижу. А вот за 1,52. Я не знаю, надо, я думаю, взять просто нарезки, да и запилить самому сэндвичи, это будет дешевле. Итак, я смотрю на эти цены, думаю, хотя, наверное, все-таки возьму колбасу. Вот это вот. И вот этот вот сыр за 2,50. И я не знаю, багетов тут больше нет. Я бы себе сэндвич сделал.